Летом из Чебоксар можно будет улететь на отдых в Анапу. Аэропорт столицы республики заключил соглашение с авиакомпанией «Саратовские авиалинии» о двух новых маршрутах. В Анапу самолет компании будет летать по воскресеньям. Как сообщает пресс-служба аэропорта, маршрут в Чебоксарах возобновится спустя 20 лет. Кроме того, по субботам будет организован вылет в Симферополь. Для перелетов будет представлен турбореактивный самолет Як-42 вместимостью 120 человек. Пока данных о стоимости билетов и точного времени перелета нет. Ранее сообщалось, что авиакомпания «Нордавия» планирует организовать маршрут Чебоксары-Симферополь.